Хочу сделать свой прогноз на футбол. Переходные матчи. Это в них играют Уфа с Томском и Нижний Новгород с Крыльями-Советом. Ну, так, если вкратце, а по обоим матчам, то я, безусловно, считаю и Крылья, и Уфу фаворитом этих матчей. И они обе эти команды останутся в премьер-лиге. Вообще никаких сомнений. Это так. Вкратце, да? Теперь по матчу Уфа Томск. Вообще эта история, как бы, что такое российский футбол. Я вам расскажу эту историю, напомню, может, кто не знает. Дело в том, что Томск, он в принципе шел на первом месте в ФНЛ после первого круга. У них там, в принципе, отрыв был небольшой. Потом что происходит? Появляется губернатор Томск или мэр Томи, и он говорит, что у области и города нет денег, чтобы Томск играл в премьер-лиге. У нас, ну, это еще рано. Все. После этого Томск начал проигрывать. То есть просто игрокам команды сказали, что вы не должны выходить в премьер-лигу. Все. У нас нет на это денег. Это, конечно, пиздец. Это такое возможно, знаете, только в России. То есть команды не хотят выходить из ФНЛ в ПФЛ. Просто нет денег. И там, ну, то есть Том сказал сливать, 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 сливать. Но до конца, не понимаете, они слили. То есть у них был такой запас очков, что они вошли в четверку. Заняли, по-моему, четвертое место, да? Или третье, не помню уже. Неважно, в какое место. Но в очков для того, чтобы там занять 5-6 место, не хватило. И Чертанова не догнал. Блядь, это дублирующий состав там, блядь, Московской области, да? Не догнало просто. И другие команды тоже не захотели выходить в премьер-лигу. Просто нахуй там надо. И вышло, что Томску приходится играть через стыковые матчи с Уфой. Вот какая история. Да, естественно, с вероятностью там 105% можно сказать, что Томск в любом случае не будет играть в премьер-лиге. Это, ну, точно. Точно-точно. Теперь, что можно сказать по Уфе? Слушай, там сейчас нормальная команда. Они, в принципе, раньше были, но у них был вот этот сбой, связанный с участием в Лиге Европы. Да, и это вот подкосило весь сезон. И поэтому они сейчас в стыках играют. Но вот последний матч с Локомотивом, да, он показал, что у них нормальная игра. Они хорошо с Локомотивом держались. И могли там забить гол бы, блядь, похоронили бы нас всех. Потому что мы все на Локомотив ставили. И состав у них хорош. У них на воротах Белинов, очень крепкий ворот. И впереди Гбун играет. Кроме этого, по-моему, Бигфалви. Да, Бигфалви будет играть. А, не, не будет, это он за Урал играет. Ну, факт то, что у них очень хороший состав. Действительно, очень-очень хороший состав. Поэтому я тут вижу, безусловным фаворитом это Уфу. И скорее всего, я не говорю, что это 100%. Томск будет сливать этот матч. Ну как сливать? Они будут играть его в полноги. Особенно первый матч. Первый матч состоится в Уфе. То есть и по факту вот эти все эти подноготные российские, да, Уфа должна этот матч выиграть 3-0. Вот 3-0, 2-0, вот так где-то, да. Чтобы, блядь, ехать абсолютно спокойно в Томск, или там 0-0, 1-0 или 0-1, вот так сыграть, да, и остаться в премьер-лиге. А Томск останется в финале. Все будут довольны. Томск будет доволен, губернатор их дому будет доволен, Уфа будет доволен. В принципе, и все. Поэтому, исходя из этого, у меня будут две ставки. Это первая ставка, это фора минус 1 на Уфу с коэффициентом 1,9. То есть я, ну, Уфа выиграет. То есть, ну, скорее всего, она выиграет 3-0. Вот так 2-0, 3-0, вот так. И вторая ставка у меня будет на то, что Уфа забьет больше 2 с коэффициентом 2,9. То есть, возможно, там будет 3, возможно, 4. Ну, все-таки, ну, вот так. Все-таки я считаю, все-таки разница даже по игровой дисциплине, не то, что там у Томска не хочет выходить, а то, что даже по игре, по самой игре между Уфой и Томском там существует разница. Существует разница. Вообще между командой премьер-лиги и ФНЛ существует разница. Иногда огромная даже. И особенно, когда команда не хочет играть, ну, скорее всего, блядь, трешку они накидают, и у нас та ставка даже то больше 2 сыграет. Вот такие у меня ставки. То есть фора первая с минус 1 на Уфу. И тотал больше 2
тоже на УФУ с коэффициентом 2,9. Ставьте, ребята, сейчас. Матч будет, по-моему, 30 числа. Если я не ошибаюсь. 30 или 21. Ну, неважно. То есть через пару дней, да? Ставьте сейчас, потому что коэффициенты будут проседать. Это правда. Всем пока и ждем матч.